почти забытое ощущение выхода на сцену и предвкушение встречи со зрителем, предвкушение встречи с музыкой. Спасибо, дорогие мои, всем, кто сегодня дошел, несмотря на все обстоятельства, а их, к сожалению, немало у всех и каждого, несмотря на погоду. Уже так, знаете, сложилось, я уже знаю, что в день, когда будет мой концерт, вот какие-то жуткие просто погодные условия, и те, кто придут, те, кто пробьются, прорвутся сквозь дожди, ветра, снега и так далее, как порой, как сегодня, и вместе все это, да, происходит. Спасибо вам, что вы сегодня со мной. Еще со мной сегодня, можно сказать, плечом к плечу, замечательный музыкант, замечательный человек Игорь Тукало. Как щеки практически, да, как мы отвыкли от теплого какого-то пожатия руки, отвыкли от объятий, мы все запуганы, нас все застращали, но я думаю, что и верю, что наконец уже этот период отходит в прошлое время, очень хочется в это верить. И не меньше, я думаю, силой обладает романс, который способствует умягчению сердец, разогреванию чувств. Итак, потому что, даже не знаю, как сказать, период всех этих действий, по-другому, наверное, невозможно сказать, которые происходят против нас, хотя, может быть, как говорится, все для нас. Волнение, которое охватывает каждый раз теперь при выходе на сцену, оно столь велико,
Конечно, оно всегда присутствовало, но сейчас, как и никогда раньше. И следующий роман, который называется «Не надо встреч», он, конечно, не про сегодняшний день, он, скорее всего, вот относится туда, к предыдущему. Но, тем не менее, Юлий Хайт, «Не надо встреч». Станет мне
Когда я начала петь, мой взгляд упал в зал, и я увидела человека, который, наверное, от лица этой удивительной женщины, прекрасной и красивой, можно сказать, этот романс прозвучал, потому что она страстно любит гитары, страстно любит играть на них, обожает петь. Лариса Макарская, спасибо, что ты со мной. Thank you.
позволит себе быть разным. Его величество романс может быть жестоким, страстным, шутливым. Один из таких романсов, мне кажется, в таком классическом понимании романса, когда трагизм настоящий присутствует. Забыли вы. Вспоминаю
Шульженко. И следующая страница, этот год у нас юбилейный. Ну уж так получается, что вот это наследие, которым мы обладаем, благодаря уникальным исполнителям прошлого, конечно же, они уходят, музыка их остается, но благодаря этой музыке их жизнь продолжается. И в этом году юбилей Клавдии Ивановны Шульженко. И я не могу пройти мимо и этой даты, и никогда, я думаю, что любая исполнительница романсов и песен с трепетом особым касается этих песен. И сейчас буквально несколько произведений, может быть, совсем редко звучащих, какие-то вам будут знакомы, такие как, например, «Старые письма». Связки старых писем мне случайно встретилось одно. В нем строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили? Все вернулось снова.
зачем грустить им? Не все ведь весны позади. Еще мне быть счастливой. Еще мне быть счастливой. Мне кто-то скажет про любовь, неловко и негромко. Я за надежду этих слов схвачусь, как за замку. Зачем вы плачете дожди? Зачем грустите? Не все ведь весны позади. Встретиться со мной, повеет теплым ветром. Я знаю, где-то за весной еще есть бабье лето. Зачем вы плачете дожди? Зачем грустите? Настоящий женский романс прозвучал. Да, в общем-то, наверное, у Клавдии Ивановны все истории были такими очень личными, очень настоящими. Ну, пожалуй, следующее не исключение. С любимым я была в музее, и вот в одной из светлых зал перед старинною камеей мой друг восторженно сказал: какой изящный профиль женский, какие тонкие черты, владеет мастер в совершенстве секретом вечной
жив, я со своим. Yeah.
С отсутствием дела.
С тобой.
Иногда есть такие слова, и как нам, артистам, хочется получать обратную связь от вас, как приятны какие-то добрые слова в наш адрес. Конечно, они бывают разные, люди все тоже с разным восприятием существуют, потому что иногда встречаешься с такими реакциями непонятными. Мы, естественно, все привязаны теперь к интернету, так или иначе, и мы все это видим. И порой огорчает, конечно, когда люди пишут слова, совершенно забывая о том, что там, за экраном телефона или компьютера, реальный живой человек, который, видя слова, порой такие, может, человек даже не задумывался, он просто как-то вот пребывал в каком-то настроении, вот это бросил свои слова, а они попадают к нам, мы их видим, мы их читаем, мы их воспринимаем, огорчаемся. Поэтому пишите, конечно, любые ваши чувства и впечатления, реагируйте на то, что мы делаем, может быть, я не знаю, с каким-то прицелом на будущее, может быть, какие-то пожелания в плане каких-то произведений, нам тоже интересно, потому что, конечно, я каждый раз проделываю определенную работу, и мне всегда хочется что-то новое для меня, в первую очередь, и я уверена, для вас встречаются новые произведения, которые вы не так часто слышите, а какие-то, может быть, впервые, поэтому давайте будем друг другу писать, желательно доброе. Thank you.
проходят дни наши, а с ними все страсти. Ведь наша жизнь мимолетный сон. Если встретила бы худо, будь подругой, и было все. И где б я ни была, о чем не думала, я буду первой, мой друг, с тобой. Люблю тебя всегда, забыть не в силах я, любимый мой. Слова.
погода переменилась, видите, как уже в романсе весна не прошла. Хочется в это верить, потому что, глядя каждое утро за окно, все время сомнения бесконечные, какое время года сейчас с нами происходит. Пусть все-таки будет весна, не просто по названию, по календарю. И чтобы дни ясные, по-настоящему ясные, и солнечные, и добрые пришли и уже нас не оставляли. Yeah.
такой, наверное, неожиданной ноте нам захотелось, мне захотелось завершить сегодняшний вечер. Наверное, вы не ожидали, не знаю, судя по вашей реакции. Но мне хотелось, чтобы вы ушли с каким-то очень светлым чувством, светлым настроением, и чтобы было жаль, не знаю, только о том, что мы не завтра с вами встретимся, а, допустим, послезавтра в Доме ученых в 11 числа. 15 мая тоже мы очень рады будем вас видеть. Будет программа с ансамблем «Россия». Совершенно, конечно, другая будет программа, другое настроение, другие песни. Я надеюсь, что нам будет удаваться вас радовать, удивлять, чтобы вы всегда и снова приходили к нам. Спасибо. Браво! Когда вы меня теперь за вами.
Мяу.